Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ника Сабрекова, и я преподаватель проекта «Художник онлайн». Я рада вас пригласить на наш курс по рисованию акварельными маркерами. В рамках курса мы рассмотрим различные разновидности маркеров, узнаем, как работать по сырому и по сухому, научимся комбинировать маркеры с линером и гелевой ручкой и создадим 9 работ в разных жанрах. Мы изобразим яркий и сочный арбуз и на примере этой работы научимся передавать объем предметов с помощью света и тени, а также с помощью рисунка, который изображен на них. Мы поработаем в жанре фотоиллюстрация и изобразим аппетитное пирожное, которое украшено ягодами красной смородины. На примере этой работы мы научимся передавать различные фактуры, такие как пористая поверхность шоколадного кекса и глянцевая блестящая поверхность ягод. Также мы украсим нашу работу эффектным набрызгом. Мы поработаем в жанре ботаническая живопись и нарисуем яркие и эффектные цветы мальвы. И для того, чтобы наше изображение выглядело еще более эффектно и контрастно, дополним его черным фоном. На примере этой работы мы научимся передавать объем цветов и мягко прорабатывать прожилки на поверхности лепестков. Мы поработаем в жанре пейзаж и нарисуем эффектную композицию с маяком, морем и скалами. На примере этой работы мы научимся создавать такие декоративные эффекты, как мягкое растекание краски, набрызг, и создадим отпечатки жесткой кисти на поверхности бумаги. Также в этой композиции мы будем использовать эффектный контраст между четкими и мягкими краями линий. Мы создадим эффектную новогоднюю иллюстрацию с изображением яркой блестящей машины, которая увенчана новогодней елкой. На примере этой работы мы научимся комбинировать в одной композиции акварельные маркеры, линеры и белую гелевую ручку. Проработаем мелкие детали и научимся передавать блестящую поверхность машины и новогодних шариков. Мы поработаем в жанре анималистика и изобразим маленькую божью коровку, покажем глянцевую поверхность ее надкрыльев, внимательно и тонко проработаем лапки нашей божьей коровки. Мы изобразим пушистую белку и на примере этой работы научимся комбинировать в одной композиции работу по сырому, напишем пушистый хвост широкими мазками, а также работу по сухому и тонко проработаем шерсть на туловище и голове нашей белки. Мы создадим эффектную композицию с изображением дельфиниума и дополним ее леттерингом. Научимся делать плавный переход между цветами на буквах, а также создадим объем букв, дополнив их бликами и создадим толщину для каждой буквы. Мы создадим легкий и воздушный пейзаж одного из самых прекрасных городов на Земле – Венеции. И на примере этой работы научимся использовать воздушную перспективу, внимательно проработаем передний план, сделаем объекты на переднем плане более четкими и контрастными, чем объекты на дальнем плане. Также в этой работе мы будем создавать построение с учетом линейной перспективы. Внимательно проработаем крыши и окна прекрасных зданий. Акварельные маркеры – это прекрасный материал, который сочетает в себе свойства маркеров и акварели. Он позволяет нам быть мобильными и работать на пленэре, не сталкиваясь с необходимостью носить с собой везде банку с водой, палитру, краски, которые могут запачкать нашу сумку. Достаточно лишь пенала с маркерами и кистью с резервуаром. Кроме того, этот материал прекрасно подходит для анималистики, фуд-скетчинга, иллюстрации и других жанров. Мы можем комбинировать этот материал с другими материалами, работать по сухому и по сырому, использовать дополнительные эффекты. Все эти приемы мы будем использовать на нашем курсе. Курс получился очень насыщенным и интересным. Буду рада видеть вас на нем.